Здравствуйте! Сегодня мы с вами изучим еще три номера из учебника Баева-Зебряк «Сольфеджио для 1-2 классов». Номер 43 – «Колыбельная», 44 – «Русская народная прибаутка» и 45 – «Задумала бабусенька». Итак, посмотрите, пожалуйста, эта тема у нас «Вводные звуки». Давайте вспомним, что это такое «Вводные звуки», куда они нас вводят. Итак, у нас есть тоника, первая, самая главная ступень любой тональности, и она окружена вводными звуками. Снизу от тоники нижний вводный звук, седьмая ступень «Си-до», можно на октаву выше «Си-до». А верхний звук – это вторая ступень сверху от тоники «Ре-до», «Ре-до», «Си-до». И нужно хорошо всегда находить. Например, спели «До, ми, соль, трезвучие». И теперь вот тонику мы помним «До». А вводный звук в нее очень тяготеет и хочет разрешиться. «Си-до, ре-до». И вот это вот тяготение нам нужно с вами почувствовать, ощутить, как мы хотим вот эту вот седьмую ступень в первую разрешить, и тогда она чище споется. Итак, давайте теперь посмотрим наши номера. Первый номер называется «Колыбельная». Мы здесь видим три куплета, медленно, пиано, четвертями идет движение, четверти и половинка, дальше цезура. И посмотрите, вот мелодия начиналась от нотки «до». Вниз четыре нотки, потом вернулись вверх. Такая вот волнообразная получилась мелодия. Дальше, после цезуры, знака дыхания, у нас идет та же самая практически мелодия, только начиная от седьмой ступени, от ноты «си». И заканчиваем мы тоже на «си». Интересно, да, казалось бы, это неустойчивый звук, но почему так происходит? Тут стоит знак, две точечки, знак репризы, это значит, что нам нужно вернуться в начало, то есть вот это «си» – это нижний вводный звук вот этой вот «до». Давайте попробуем спеть «до». Для того, чтобы чистенько спеть, споем сначала просто верхний тетрахорд от «до» вниз, четыре нотки. «До, си, ля, соль», а теперь вверх. «Соль, ля, си, до». А потом от «си», «си, ля, соль», и «соль, ля, си», снова от «до» тянется. Вот такая вот небольшая распевка, подготовка. И теперь поем, пожалуйста, нотами нашу мелодию. «До, си, ля, соль, ля, си, до, си, ля, соль, 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 ля, си, реприза». «До, си, ля, соль, ля, си, до, си, ля, соль, 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 ля, си». И последний куплет давайте с дирижированием на две четверти. Сильная доля вниз, слабая вверх. «До, си, ля, соль, ля, си, до, си, ля, соль, 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 ля, си». И вот так вот вопросительно мы остановились, и уже теперь разрешать не надо, потому что мы все три куплета спели. Вот так интересно получается, на неустойчивой ступени закончили. Причем не просто на неустойчивой, а на вводном звуке, который очень хочет перейти в первую ступень, в тонику. Итак, давайте почитаем слова. Колыбельная с очень традиционными словами. «Баю, баюшки, баю, не ложись на краю». Первый куплет. Второй. «Придет серенький волчок и ухватит за бочок». Ну, конечно, кто же еще может прийти? Конечно, серенький волчок, который ухватит за бочок. И что он дальше сделает? И потащит во лесок под ракитовый кусток. Кошмар. В общем, не надо ложиться на краю, чтобы волчок вас не утащил. Ну, теперь давайте споем, пожалуйста. «Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок и потащит во лесок под ракитовый кусток». Ну вот, видите, такая у нас колыбельная получилась песенка. Хорошо. Так, дальше следующая песня называется «Русская народная прибаутка». Номер 44. Здесь уже у нас меццо-форте, то есть, посмотрите, вот здесь меццо-форте, то есть не очень громко, но все-таки громко. Здесь у нас было пиано, колыбельная тихенько, конечно, поется. Здесь у нас довольно скоро и меццо-форте, а второй куплет уже идет меццо-пиано, то есть не очень тихо, но все-таки тихо, да? А это не очень громко, но все-таки громко. Так, что здесь у нас? Начало примерно такое же, как и там, только вот у нас «до, си, ля, до, си». Как будто мы опевание седьмой ступени делаем, опевание вводного звука. «Ля,
Так, и смотрите, тут одна мелодия, мы назовем ее буковкой А. Вот, 4 такта. Дальше то же самое повторение буквы А. А, А. А вот со второй строчки начинается новая мелодия. И потом она же повторяется. То есть Б и еще раз Б. А, А, Б, Б. Вот такая у нас мелодическая структура. Давайте попробуем спеть. Так, пожалуйста, и сразу попробуем оттенки соблюдать. То есть тут немножко громковато, а здесь чуть-чуть тихенько, да? До, си, ля, до, си, си, до. До, си, ля, до, си, си, до. Соль, соль, ля, ля, си, си, до, до. Соль, соль, ля, ля, си, си, до, до. Это у нас песня про тетерь. Как на нашем на лугу стоит чашка творогу. Прилетели две тетери, поклевали, улетели. Так, дирижируем. Раз, два, три, четыре. Со словами. Как на нашем на лугу стоит чашка творогу. Прилетели две тетери, поклевали, улетели. Так, и вот видите, как у нас седьмая ступенька в первую тянется, да? Вот у нас водный звук си-си-до-до, и тут си-си-до. Хорошо. И следующая песенка «Задумала бабусенька», номер 45, две четверти, довольно скоро, и тут у нас еще больше контраст, то есть здесь громко, а тут совершенно тихо. Форте громко, пиано тихо. Здесь надо очень хорошо показать. Если здесь было меццо-форте, не очень громко. И меццо-пиано, не очень тихо. То есть все приблизительно одинаковое. То тут яркое форте и тихое, спокойное пиано. Так, давайте смотреть тут мелодическую структуру. Начинаем с нотки до и сразу скачок на что? До, соль, чистая кварта, устойчивая. В миноре мы ее называли кузнечиковая кварта. С первой на пятую скачок, да, вниз. До, до, соль, соль. Так, как будто мы кузнечика поем. В траве сидел. Только тут у нас веселый кузнечик, да? Так, ну и дальше. И вниз. Ре, до, верхний водный звук тоника. Дальше мы повторяем абсолютно ту же мелодию, как у нас здесь была. А, А, и тут тоже. А, А. Та же самая мелодия. А дальше у нас идет вот этот... Нам после до надо каким-то образом почувствовать вот этот нижний водный звук, который очень хочет разрешиться в до. До, си, си, до. И вот спеть его аж 4 раза. Это у нас такое Б, да? Вот Б одно и Б второе. Ну, у нас одинаково, можно это все назвать Б. Итак, давайте пробовать петь. Пожалуйста. До. Соль, соль, ля-ля, соль, соль, фа, фа, ми, ми, ре, до, до, соль, соль, ля-ля, соль, соль, фа, фа, ми, ми, ре, до, си, си, до, пиано, си, си, до, си, си, до, си, си, до. Это, видимо, чего-то бабусенька задумывала, задумывала, и вот она исполняет задуманное, да? Помните, что там такое интересное задумала? Какую-то тайну, да, секретик. Вот мы не узнаем, что она задумала, это пиано тихо, очень хорошо. Так, ну давайте поем теперь с дирижированием. И посмотрите, вот она задумывала быстренько, восьмушки шли, восьмушки, восьмушки и четверти. А потом вдруг останавливается темп, становится медленнее, четверти и половинные, да, возникает? Давайте продирижируем. Раз, два. До, до, соль, соль, ля, ля, соль, соль, фа, фа, ми, ми, ре, до. До, до, соль, соль, ля, ля, соль, соль, фа, фа, ми, ми, ре, до. Си, си, до. Си, си, до. Си, си, до. Си, си, до. Какая интересная получилась песенка, контрастная такая, яркая, разные оттенки у нас, то форте, то пиано, очень показательная и так интересно называется «Задумала бабусенька». Ну что ж, водные звуки мы с вами прошли и спели 3 номера новеньких из сольфеджио для 1-2 классов «Баевый зебряк». Желаю вам удачи!